Минувшие выходные 650-летия со дня основания отмечал Осташков. Жителей города поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя, который принял участие в праздничных мероприятиях вместе со своей семьей. Также гостем Дня города стал советник президента Российской Федерации Владимир Васильев. 650 лет назад Осташков впервые упомянут в летописях как городок Кличин. 28 мая 1770 года вышел высочайший указ о присвоении статуса города поселением в Новгородской губернии, в том числе Осташковской слободе. В 19 веке Осташков считался передовым городом. Здесь открылся общественный банк, создана первая добровольческая пожарная команда России. В Осташкове впервые из всех уездных городов Тверской губернии открылась гражданская библиотека. В праздничный день губернатор вручил награды жителям Осташкова, которые внесли значительный вклад в развитие города. Также Игорь Руденя передал главе округа сертификат на строительство новой спортивной площадки в Осташкове. Сегодня жители города своим трудом вносят огромный вклад в развитие Селигерского края. Мы видим, как на вашей территории, на территории города, на территории нашей Тверской области активно реализуется программа по благоустройству. И знаете, я, наверное, хотел бы отдельно сказать, что очень важно, что мы сегодня видим очень много детей на этом мероприятии. Дети – это наше будущее. И когда такое количество детей сегодня присутствует на таком мероприятии, это означает, что у нас есть будущее, у нас есть завтрашний день. И особо хотел поблагодарить родителей этих детей. Очень важно, что вы живете, создаете семьи, воспитываете детей именно здесь, на нашей Верхневолжской земле. Вот я не был в Осташкове лет 5. Так получилось, до командировки дети. Сегодня вот то, что я вижу, много изменилось, много хорошего. Может быть, еще больше, если присутствующие здесь и те, кого здесь нет, найдут свое место в этом процессе. Ради того, ради наших детей, ради ваших самих. Ради того, чтобы та великая история, которой гордится Осташков, а она, вот мы сейчас с губернатором летели, говорили, у нас великая история. Здесь всегда жили очень трудолюбивые и глубоко нравственные люди.